Доброе утро, ДПС, Светлана. Вы там не видели на автомобиле, который стоял на правый час? На полосе. Боком. Что я ничего не понял? Что я должен был видеть? А там лицо на правый час и боком. У нас, значит, вы видели, когда ехали? Причина остановки какая? Причина остановки, я просто водителей, на которые приезжали в этой полосе. Инспектор, по поводу... законная причина остановки какая? Я вам еще раз говорю, помощь водителя, который мне, окажет помощь, если эта машина туда ехала, на той полосе. Помощь водителя, который мне окажет помощь, машина, которая ехала на той полосе. Давайте внятно объясните мне, что и почему, для каких целей меня остановили. Я хочу вас услышать от вас, когда вы тут ехали по этой полосе, в эту сторону, что там был автомобиль, который мне... Прямо проезжая часть. Скажите, пожалуйста, инспектор, вы пили? Вот вы когда сегодня на работу выходили, вы что-то пили? Вы думаете, что я что-то пил? Алкоголь пили какой-нибудь? Я нет. Сегодня, когда на работу точно шли, не пили? Я нет. Вы сейчас несете какую-то несвязанную ерунду. Я хочу четко понять, для чего вы остановили, что, какой автомобиль боком стоял, на какой полосе, я не понимаю. У меня есть информация, что на этой полосе... Объясните мне, пожалуйста, если у вас есть информация, зачем вы останавливаете меня? Вы хотите этой информацией со мной поделиться? Да. Со мной Бобедровска. У меня есть информация. Скажите, вы полицейский уже? Я, да. Вы аттестацию проходили? Аттестацию? У меня есть с собой все документы. Вы прошли аттестацию? Какая именно аттестация? На полицейского. Проходили какие-то тесты? Я, да. Скажите мне, пожалуйста, в тестах вы тоже так отвечали, как вы сейчас передо мной стоите? Вот такой сумбур. Потому что утром холодно. Я понимаю. Я на прежней части при морозе особо... Смотрите, не я вас заставлял. Вы сами, да, вышли на работу? Ну, я вот там условно работал. Сами вышли, да, на конечно. Работу? Никто вас не заставлял? Меня нет. Я же вам не рассказывал, как мне холодно или как мне жарко. Я думал, слышишь, там кто-то стояла машина, мне дорогу петля, или вы ее не видели, когда... Слушайте, я вообще, я хочу разобраться вообще с суть нашего диалога. Вы остановили меня для того, чтобы спросить меня, стоит ли там машина боком, при этом у вас есть информация о том, что она там стоит. У меня создается четкое впечатление, что вы либо под наркотическим, либо от алкогольным опьянением. Ну, вы не врач. Я не врач, поэтому, может быть, давайте пройдем сейчас тест. У вас есть алкотесты? Вы видели или нет ее? Скажите, пожалуйста, у вас есть алкотесты? Вы видели автомобиль там или не видели? Я пока сюда ехал, я видел очень много автомобилей, в том числе, которые стояли и боком, и раком, и как угодно. Потому вы мне... Я не могу от вас добиться ответа, а вы начинаете меня сбивать только с толку. Я вас не сбиваю с толку, у меня конкретный к вам вопрос. Скажите честно, вы что-то пили с утра? Я уже вам это все ответил. Скажите, у вас есть алкотестер, драгер на вашем посту? У меня есть на посту все. Пойдемте, давайте на вас освидетельствуем. Для того, чтобы нести службу. Да, у вас есть драгер. Это вы же не врач, правильно? Я не врач, поэтому по драгеру можно определить, пили вы или нет. У меня создается впечатление, что вы не меняем состояние выхода на работу. Это ваше личное мнение. Ладно, я так понял, вы мне помощь не окажете. Окажу, удостоверение покажите, я приеду домой, обязательно окажу вам помощь, когда буду знать ваши данные. Я помогу вам просто сменить работу, чтобы вы не мерзли. Смотрите на мое удостоверение. Это мое удостоверение. Вас зовут Тирханов Виталий Васильевич, да. До 2016 года. Совершенно. Виталий Васильевич, идите несите службу, не занимайтесь ерундой. Действительно, я вас... До свидания.